Нет, ребята, все дрянь, все пустота и чепуха. Только Христос. Вот уж действительно и путь, и истина, и жизнь. Господь мой и Бог мой. Скажешь такое слово, и сразу перед глазами Христос, воскресший. И мысль, вот чудо, от земли, от вирусов и лжи возносится в небесный дом, к Отцу, в царство мира и любви. Побеседуешь с Господом, исповедуешься пред Ним, и вот чудо, совершается тайна. Христос уже здесь, рядом, в сердце, и благодать возникает. Надежда воскресает, стихает буря гнева, зло тает, как снег. В сердце, в душе возникает мир. Дух Святой творит благодать, обнимает, снимая боль, очищает, удаляя страхи и сомнения, обновляет храм души, освящая его собою. Возникает песня хвалы. Ты мой Бог святой, я к тебе стремлюсь, ибо знаю в тебе покой. Возникает в сердце церковь, родная община, братья, сестры. И ноги сами бегут в собрания. И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Чуешь, в собрании святых небеса. Не бывал? Не испытывал благодать? Эх, друг ты мой сердечный, как же так? Собирайся, пойдем в собрание святых. В собрании святых благодать, в нем исцеление, в нем освящение, в нем любовь, в нем Господь. Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков и во все веки. Аминь.